Урок русского языка Вики-транслейта. Что это? Учительница Наташа Браун. Это доска. Доска. Это книга. Книга. Это конверт и письмо. Конверт и письмо. Это газета. Газета. Это компьютер, ноутбук или лаптоп. Компьютер, лаптоп. Это конверт и письмо, это газета, компьютер, доска, книга, книга. Это книга, книга. Это книга? Да, это книга. Это газета? Да, это газета. Это конверт? Да, это конверт. Это письмо? Да, это письмо. Это конверт и письмо. А это? Это конверт? Это письмо? Нет, это не конверт. Нет, это не письмо. Что же это? Что? Это не конверт, не письмо, а доска. Это доска. А это что? Книга? Нет, нет, нет. Это не книга. Не книга. Не книга? А что? Что? Это компьютер. Это ноутбук. Это лаптоп. Это компьютер. Это ноутбук. Да, это и компьютер, и ноутбук. Это лаптоп? Да, еще это лаптоп. Это компьютер или ноутбук или лаптоп. Что это? Это? Это стол, стол. Это стул, стул. Это бумага, бумага. Это ручка, ручка. Это карандаш. Карандаш. Что это? Это? А это? Это?
Это доска. Доска. Это книга. Книга. Это конверт и письмо. Конверт и письмо. Это газета. Газета. Это компьютер, ноутбук или лаптоп. Компьютер, лаптоп. Хорошо, молодец. Конец урока. Пока!